Это YouTube-канал «Жирный Голуб». Если не подписаны, то подпишитесь. Короче, сегодня у нас подарки на 23 февраля. К сожалению, кошка заняла мое видеоблогерское место. То самое, где часы лежат. Вот такие вот желтенькие часы. Вот. И поэтому нам приходится снимать в другую сторону. Вот. Но ничего страшного. Короче, вот такой вот получил я подарок на 23 февраля. Больше, наверное, не получу, да? Конфета трюфель. Классический. Традиционный вкус. Судя по упаковке, может стоить основательно. Смотрите, что там есть, что там нету. Даже, видите, на арабском каком-то что-то написано. Представляете, да? Для Казахстана, да? То есть это хорошая вещь, это не фигня, да? То есть это реально хорошая вещь, реально большой объем, 200 грамм, смотрите, да? Вот. По стандарту 2011 года сделан, да? Трюфель. Вот такой вот трюфель. Фабрики волшебницы. Упаковка вообще классная вообще. Вот классная. Упаковка крутая. Так что будем смотреть, как сами конфеты. Так. Как сами конфеты там, да? Кстати, всех. Вот. В упаковке еще упаковка. Не только упаковка. Такая, да, смотрите, да? Вот. Но в упаковке еще упаковка, да? Всех, короче, поздравляю с 23 февраля. Вот. Если праздник в вашей стране отмечается, поздравляю, да. Не отмечается, не поздравляю, значит. Вот. Все же очень просто, да? Вот такая вот, смотрите, да. Коробка в коробке. Ну-ка, там будет третья коробка, мне интересно, самому даже. Вот тут вот ее дергаем. Так, третья коробка. Коробки, господа. Еще коробка. Давайте. Давайте еще раз. Прорываемся, короче. 23 февраля. Оба. А тут они не запакованы, короче, нифига. Смотрите, да? Просто конфеты лежат, просто так навалены, все. Вот. Вкусно выглядит? Или дерьмово? Не знаю. По-моему, вкусно. Но выглядит, конечно, странно. Не так хорошо помогло, конечно. Не, господа, не пойдет. Короче, объясню, в чем прикол. Не все шоколадные какие-то, да? Они не такие, как раньше, да, были. Они какие-то шоколадные, поэтому могут быть недорогими, в общем-то. Все деньги пошли на вот эти вот коробки. И коробки, да? А внутри просто шоколадные конфеты, которые к трюфелю, по-моему, отношения не имеют, к сожалению. Но ничего не поделать, зато подарок. На халяву, как говорят, и уксус сладок.